Вперед! Вот купил сегодня шуруповерт для сверления лунок. Сейчас будем испытывать. Вот эту штуку еще отдельно купил, переходник Фишмани на подшипнике. Так. Да, своя ручка в комплекте. Да. Батарейка 20 вольт. Ну. И еще запасную взял на 6 ампер, это на 3 ампера, а та на 6. Берем за эту ручку, это фиксируем об руку. Практически его не надо топить, он сам. Смотрите. Пуск. Офигеть. Я его даже... Сколько наоборот... секунд? Секунд 5, наверное. Я его наоборот вверх подтягиваю, чтобы не закусывало. Ага. Давайте считаем. Ага. Включил? Да. 3, 2, 1. Раз, два, 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 три, четыре, четыре, пять, шесть. Не, если не останавливаться, то 6 секунд будет. Это не утопи там. На ручки переключать. Во. Вот батарейку подсадили. Заряд одно деление, да, только? Угу. Ну-ка, будет бурить? О! Ты поднимаешь вверх, да? Да. Он ему не дает еще уйти специально. Да? Вот на последнем делении все равно бурит, да? Это он проходит лед, даже не чувствуется, как проходит. Как танк идет. Да. Хорошая, видишь, за такие деньги это вообще. Ну. И самое главное, легкая, мобильная. Да. Батарейку можно снять, когда сильные морозы. В карман, да? И в карман или положить в палатку. Все. Ну теперь у меня 3 батарейки таких. Ну все нормально.